Всем добрый день! Вы у меня на канале «Цветы от Елены Акуловой». Сегодня хочу показать вот этот вот мой ящичек. Я здесь экспериментировала с укоренением в мох. И посмотрим, что у меня получилось. Так, это было 21 февраля. Видно? Вот. Вот один такой корешок. Так. Это сорт Бигрин. Вот стаканчик был вот так. Вот смотрите. Вот здесь у меня был торф, а сверху вот такой влажный мох. И периодически сбрызгивала его. Так. Следующий сорт. Так, это он тоже Бигрин. Здесь вот очень маленький калус. Но какой-то такой нищий один корешочек есть. Не знаю, что ему не хватало. Сейчас посмотрю. Ну, так вроде бы мох влажный. Ну, ладно, спасибо, что не умер. И это хорошо. Калус есть, может быть, разовьется. Так, вот это, значит, кладбище. Все. Все или спрело, или сгнило. По какой причине, непонятно. Ну, походу, у меня везде бигрины были. Так, значит, вот этот никакой. Так, это вот четвертый экземпляр. Господи, опять не подписан. Кошмар какой-то. Так, ладно. Лишь бы укоренился. Ну вот по поводу этого не знаю, что сказать. По-видимому, калус есть. И он такой упругий. Надо сбрызнуть что-то тут. Мох тут не очень влажный такой. Сбрызну. Так. И еще у меня, наверное, есть. Так. Тут хоть живой, нет. Так, тут тоже что-то. Ну да, все бигрины. Так, здесь один листик отвалился. Но тут что-то такое. Видно, нет? Ой, ой, что-то зацепилось. Ой, да вы смотрите, какой ёршик. Смешной какой вообще. Ну, смотрите, какие корни. Настоящие, настоящие. Ну вот, значит, тут он собирался, видимо, гнить. Один лист вообще отвалился. Ну, наверное, собрал последние силы и дал корни. Так, ну что, я, наверное, подержу еще немножечко здесь их. Уж такие они прям, конечно, малые для грунта. Ну, а тут у меня рассажено уже. Так. Здесь и полярный медведь у меня. Вот снизу что-то. Видите, нижние листики как-то они отгнивают. Ну, вот этот стоит нормально. Этот тут тоже совсем малышок. Это лаймлайт. Ну, живенький. Вот здесь тоже. Или я заглубила, или я, конечно, много наливаюсь на них сверху. Нижние листики вот здесь вот погнили. Но верхушечка стоит так. Корешочками зацепилось растение. Это тоже полярный медведь. Так. А тут у меня кто? Да, бигрин. Ну, вот этот бигрин такой. Он черенком. Черенком. Ну, не знаю, стоит. Прям трясусь над ним, трясусь. Вот этот бигрин тоже черенком. Но что-то мне этот бигрин не нравится. Вот видите, смотрите. Видите, подгнивает ножка. Это сейчас я положу его в циркон. Здесь я обстригу и буду реанимировать. Видите, все нижние листики отвалились. Вот так. Значит, это на реанимацию. Так, это вроде бы стоит так. Это тоже живое.
Ну вот, такая инспекция сегодня у меня. Так что в мох тоже есть вариант укоренять. И если бы, может быть, я покачественнее сделала, то выпадов не было. В любом случае, надо пробовать. Собственный опыт – самый лучший опыт. Ну вот, так что все показала вам, все рассказала. Все, пошла реанимировать одну штуку бигрина. Всем пока!